вылетит на Марс. Через 20 часов шестеро наших астронавтов отправятся на Марс. Но не просто на разведку, а чтобы там жить. Нет гравитации. Это неисследованная территория. Она мертва. Ребенок не переживет возвращение на Землю. Его сердце просто не сможет преодолеть силу земного притяжения. Значит, он останется на Марсе инкогнито? Да. Гарднер, 16. За свои годы увидел лишь 15 человек. Мало кто слышал обо мне. Я вырос среди ученых. Он знает о Земле. Прилетался. Когда мне будет 18, я сбегу. Я хотел бы сбежать с тобой. Он понимает, что жизнь проходит мимо. Смогу ли я жить с тобой? Тут все такое яркое. Можно мне остаться? Надо провести тест. Мне все равно. Я хочу быть там. Он сбежал! Обыщите аэропорты и вокзалы. В одиночку ему не выйти. С чего вы взяли, что он уехал к ней? Она единственная, кого он знает на Земле. А он романтик. Привет, Толстый. Откуда ты на самом деле? С Марса. То, что это звучит нелепо, не значит, что я лгу. О, что это? Обычная лошадь. I've been getting used to waking up with you. I've been getting used to waking up with you. Ты же хотел увидеть мир. Гарднер, прошу, вернись. Нет, это моя жизнь. Самая красивая девушка из тех, что я видел. Ты говоришь об этом вот так? А что, надо иначе? Его сердце не может выдержать гравитацию. Больше всего нравится на Земле. Ты играешь.